Ну, я все понимаю, что у актрисы с амплуа героини должна быть совершенно фигура. Заплакать сможете? Сейчас. Мне вот деньги нужны на операции. Знаешь, сколько всего мне нужно сделать? Уши, грудь, губы, ноги. А сейчас что? Если не выглядишь как топ-модель, вообще рассчитывать не на что. Как вам удается так потрясающе выглядеть? И при этом быть хозяйкой такого большого дома и мамой. Она никак не может забеременеть, чтобы закрепить свои позиции. Это мой дом, я тут живу. Сергей Владимирович сказал вас больше, в общем, не пускать. Если хочешь, можешь остаться. Мне как раз нужен кто-то, с кем квартиру делить. Все бабки на нее уходят, как в дыру. Мне еще столько надо накопить на операции. А если ты не родилась топ-моделью, то что? Coffee, please, with milk. Круто, да? У нас сейчас весь месяц проходит акция. Сделай две губы по цене одной. Вам идет. Сжали нижняя, верхняя Скарлетт Йоханссон. Да? А я хотела себе наоборот. Верхняя Джоли, нижняя Йоханссон. Отпустите, пожалуйста. Девушка, вход только по пригласительному.